Приветствую всех на нашем канале. Хотел заснять вот маленькую пасеку с вами. Сегодня жара, 35 градусов. Вот, 26 июля, 21 год. Липа уже почти отцвела. Хотел заснять по цели. Вот у меня один участок, который я садил позже всех. Фацелия, вот который я садил, один из первых, сейчас как раз цветет. Сейчас засниму, как работает пчелка. Сейчас вот где-то часа 4, наверное, вечера. Солнышко зашло, ну я думаю, тут видно будет. Гул стоит. Красота, пчелки трудятся. Собирают нектар. Фацелия где-то примерно, наверное, 1,15 м ростом. Ну, вы самый высокий где-то. 1,20 м, наверное, даже. Ну, так в основном около метра. Чего очень много. Работают полным ходом. Для них это, конечно, рай. Очень медоносное растение. Вот и помидорчик у нас тоже уже сантиметров по 80 цветут. Розовый гигант. Тоже надо будет тут попасынковать. Там у нас тоже есть кусочек фацелии. Ну, тут она чуть, земля не ухоженная, тут она похуже немножко. Тоже работают пчелки, но там, конечно, побольше. Там травка посочнее, хотя и тут тоже есть пчелы, и немало. Вот такая фацелия. Конечно, всходит она долговасто, я не ожидал. Я думал, третий-четвертый день там и всходит. А она всходит иногда до 2 недель. Я уже думал, семена бракованные попались. И тут вот тоже одна из последних фацелия. Ну, ничего, она уже догоняет. Хотя разница у нее хорошая. Наверное, 3 недели между посадкой этой фацелии и вот этой. Но из-за дождей догоняет. Поэтому так. Такая красота для пчел.